Так, ну что, парни, всем здрасте. Ну, наконец-то дождались, блин, дождались новогоднего наступления 2025. Закупили коробочек. Я, честно говоря, много не закупал. 104 штуки, это два средних комплекта получается. Вот так вот как бы закупил. Ну, как бы, сколько не жалко, сколько не жалко. Откроем коробочки, посмотрим, что выпало. Понаряжаем елочки, посмотрим, что тут нового в ангаре. Все это посмотрим, потому что я на тесте особо не заглядывал, потому что ну, так будет неинтересно просто. Соответственно, все проверим, посмотрим, что повыпадает. Я не знаю, честно говоря, я не рассчитываю особо на какой-то супер-мега-лут. Ну, просто вот ради интереса. Кстати, я чуть-чуть не подготовился, потому что не мог запустить YouTube. YouTube что-то последнее время прям жестко моросит. Ладно. Просто хотел, надо было записать, сколько у меня голды, серы и свободки, чтобы просто после того, как я открою карабасы, посмотреть, что вывалится из карабасов. Так что, наверное, сразу начнем с карабасов, потом вот это все остальное, тут побегаем по ангару, посмотрим, что здесь подобавляю. Ну, ангар крутой, кстати, мне нравится. Ну, вот это все, лока. В лока, в принципе, та же самая, которая была в прошлом году. Просто они подобавляли вот эти новые всякие сцены, вот это там подобавляли. Но это все потом чекнем. Самое главное, сейчас откроем карабасы. Так что, я не знаю, что выпадет. Реально фиг знает. Это настолько рандомная фигня, что, как бы, кому как повезет. Ладно, начнем, наверное, сразу с карабасов. Буду по одному открывать. Кто бы что ни писал и не говорил, мне пофигу. Раз в год новогодние коробки. Их там всего 104 штуки. Можно и пооткрывать. Если что, насчет того, что у меня есть из того, что предлагается. Да, в принципе, ничего. Я вам так скажу. Ничего нету. Из тех танков, которые вот первый этап, второй этап. Да ничего у меня нету. Что из этого выпадет? Ну, ок, будем пользоваться тем, что есть. Плюс какие ресурсы. Если что. Так, плюс тут еще есть легендарный. Так, это у нас чисто мандарины, я так понял. Чисто мандарины — это валюта этого новогоднего наступления. За нее там можно все украшать. И можно в автомат, кстати, заряжать после того, как я прокачаю до 10 уровня атмосферу новогоднюю. А с легендарных выпадает тут, ну, тут просто куча. И всякие легендарные танки, типа Бурасика, аж коды Т-56, ну и дофига-дофига чего. У меня на самом деле много чего нету из этих прем танков, потому что, ну, у меня аккаунт не такой уж новый. Из этого тоже как бы дофига. Но это легендарно. Я так смотрел сегодня днем, когда открывали коробки другие стримеры. Ну, то есть там как бы не так много легендарных-то и высыпается. Начнем с этого. Мы, конечно, миллионы донатить не будем, но 104 коробочки закроем. Нам этого достаточно, я так думаю. Почувствовать, так сказать, Новый год. Так, ладно, наверное, начнем, да? Так, что у нас здесь? Здесь, получается, нужно первый, ну, как обычно, первый этап закрыть, чтобы перейти на второй. Это понятно. Это у нас... это вот за место этой. Понял. Прям дни. Золото минимум 200. А сколько, подожди, максимальная награда, подожди. А сколько максимальная награда? Надо вот так, может, сделать. 2500 максимально голды. 2500, 1000. Ну, и, скорее всего, 200 будет сыпать постоянно. Резервы, ТТТ, свободка, 7,5 и 10. Кстати, свободка нормально. Стили, которые были, все ФТГ их скидывал. Новые стили. Ну, второй этап, вряд ли мы до него, конечно, доберемся. Мало коробочек для этого. Это надо минимум штук, наверное, 250, чтобы добраться до второго этого. Ладно, полетели, короче. Первый карабас, let's go. Так, 400 голды, 150, окей, пойдет. Дальше. Так, у меня там было 4000 голды. Блин, надо было чекнуть, слышь. Ну, что я, блин, так вот, как-то вот не по-нашему. Серега, здорово, бро. Ну уже прилетело. Тут, короче, 400 голды, 16 тысяч было серы, 16 миллионов. Ну и свободки, можно сказать, ее не было. Да, да. Было 4000 голды у нас и 16 миллионов. Надо запомнить, надо запомнить. Две коробки мы только открыли. Полетели дальше. Серый, ты вовремя, как раз тут на карабасы подоспел, брат. Блин, я думал, я YouTube вообще не запущу. Что-то он у меня вообще перестал работать, честно говоря. Так. Голда. Ну, голда, кстати, нормально. По 400 прям дает голду. 200. Прям дни.
Я хочу с этой. Послушай, давай анимацию включим. Как-то по кайфу с анимацией. Вот так поприкольнее выглядит. Правда, она подтормаживает. Прикол в том, что YouTube работал нормально. И тут вот я сегодня решил такой момент. Думаю, запущу YouTube, запущу ВК, как обычно. Захожу, мне просто YouTube вообще не грузит. Ну, то есть грузит, ну, как обычно, вот это колечко играет. Ну, то есть грузит, грузит, а видос сам нет. Пришлось, короче, искать 10 тысяч свободки. Нормально. Хочется, конечно, танчики какие-нибудь. Ну, посмотрим. 1000 голды, бро. Нормально. Слышь, может, голды хоть нафармим. 400. Нет, кстати, голду дает хорошо. Я вот что скажу. У меня тем более ее там как бы и нету, в принципе. Голду, резервы всякие такие фигни. Хочется вот эту анимацию увидеть, когда танк. Блин, вот это, конечно, прикольно с дирижаблем придумали. Я просто видел, как это все выглядит. Сегодня смотрел днем, как стримеры открывали карабасы. 36 до гаранта. О! Первый пошел, бро. Блин, вот анимацию вообще топовую сделал. Не знаю, мне лично нравится. Вот круто сделали, ну согласитесь. Ну реально по кайфу. Анимация прям вообще топ. Блин, надо вот эту фигню отключить. Вот так. Чё за танчик? А ну-ка, 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 ну-ка. Не вот этот. Опачки. Это чё у нас? ПЗ-58 концепт. Окей, спасибо. Спасибо. И 500 голды еще сверху. Спасибо. Так, давай мы сразу его, наверное, отметим. Вот так вот. Не, ну прикольно, чё. Тяжелый танк прорыва. Ну, хз, посмотрим, что за танк. Один есть. Не так много мы на самом деле открыли. 500 голды, окей, нормально. Блин, что такая анимация постоянно подзависает? Ну, блин, не могут сделать нормально. Так, мандарина, короче, сыпет просто жесть. Можно мандариновый коктейль сделать. Опачки, еще. Сюда, сюда, сюда его. Давай, бро, давай. Кофе с медом, пацаны, рекомендую. А ну-ка, 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 ну-ка. Блин, ну анимация вообще бомба. Не знаю, мне нравится. Напишите в комментах, кому как, но лично мне по кайфу. Вот эта новая анимация вообще крутая. Легендарная коробка. Блин, я думал танчик. Ну спасибо, ладно. Не, ну я типа думал танчик. 400 голды, 7,5 свободки. Ну окей. Что, можешь легендарку открыть? Или потом? Насобираем, потом откроем. Давай, наверное, потом. Еще 86 коробок. Так, этот у нас сбросился. Кстати, за легендарный контейнер не сбрасывается счетчик, если что. Я, кстати, это тоже увидел. И вот так оно и есть на самом деле. Не сбрасывается. Так, получается, нам выпал пока что ВЗ-58 концепт. Окей. Поехали дальше. Так, 400 голды. Ну, голду, кстати, нормально сыпет. Я так смотрю, по ощущениям. Как бы 500, 400, 400. Мандарины сыпет просто. Капец, Леста, это что за промо-акция? Не знаю, одни мандарины, блин. Мандаринами просто завалили, реально. Опять. Блин, пожалуйста, только не легендарный, бро. Пожалуйста, давай танчик, хватит. Не надо. Не надо легендарный. Я понимаю, что ты хочешь... У меня мало восьмерок там премных. Ну, хочется танчик. Не надо. Я особо непривередливый. Какой дашь, такой дашь. Слышь, его постоянно прокручивает, кстати, потому что это сейчас типа считается самым крутой. Так, это ПТ-шка. Таурус. Таурус. Найс, сюда. И 200 голды, и 500 тысяч серы. Прикольно. Прикольно, прикольно. Таурус, отмечаем, брата. Так, это у нас еще 83 карабаса. Не, легендарный не трогаем. 50 у нас до этого. Ну, нормально, мы уже два танка залутали. Я считаю, это уже неплохо. Это уже неплохо. Идем дальше. Карабасов еще... Карабас еще пока есть. Так, 150. Мандаринки. Опять мандаринки подъехали. Это что? Объект 279 не ранний, брат. А это инсталляция, кстати. 300 голды. Окей, поехали дальше.
стиль на 277, да? Да, это на 27. Блин, там, кстати, крутой стиль. Круто. Блин, выглядит эпично на самом деле. Стиль выглядит эпично. Хоть и на 277 есть стиль, но вот эта вот мозаика, вот, ну блин, круто смотрится. А? Еще 1000 голды. Сюда 1000 голды. Спасибо. И как же без мандаринок. Так, ну стиль мы потом посмотрим. Я не буду отрубаться на стиль пока. Мы потом его посмотрим. Так, 300 голдишки, мандаринки. А можно без мандарин? 205. Мандарин просто там насыпет, я не знаю. Обмазаться. Мы, наверное, в Абхазию обратно повезем, ребят, мандарины. 400 голды. Голда, вот, прям 400 я часто вижу. Даже и по 1000 давало, да? Так, прям дни. Так, 300, 150, окей. Так, что у нас получается? У нас уже 2 тачанки выпало из первого этапа. Еще 4, ну, я вам говорю, я особо на много не рассчитываю, но как бы... Хотелось бы, конечно, по максимуму, а там что выпадет, то выпадет. Так, окей. Хотелось бы, конечно, хэт-трик. Там в ТГ скидывали, у кого-то выпадало 3 танка за одну крутку. Это, конечно, это фарт жесткий. Это максимальный фарт. Так, 200, окей. 40 до гаранта еще. То есть один танчик мы залутаем, по идее, в любом случае. Так, опа, 400 голды, окей. Так, 200, т-т-т. Окей, понятно. Поехали дальше. 400 голды. Ну, хотелось бы хотя бы один раз 2500 голды увидеть. Лишнее не будет. Тем более потом карабаса можно за голду еще покупать. 300, 150. Окей, поехали дальше. 200. Вот нолик бы сюда. Было бы круто. Так, что у нас? Давай посмотрим, что у нас там получается. Так, ну по голдишке. Так, получается почти 2 ляма. Здесь 18 свободки. И здесь получается у нас было 12 тысяч голды. Уже залутали мы. 12 тысяч голды. Неплохо. Еще до половины даже не дошли. Блин, я легендарку открыл. Господи, зачем? Блин, случайно. Блин, она просто стопается на эту. Ну ладно, короче, лис, в принципе, окей. Окей. Хорошо, лис так лис. Отмечаем тогда лиса. Блин, ну короче. Ну блин, я хотел как их легендарки потом оставить. Ладно. Я реально потом хотел, ну блин. Ну одна легендарка, один танчик 8 уровня. Ну окей, лисы, и хорошо. Так, 200, 250, брошюри. Кстати, голды сейчас поменьше уже. Видно, поднадавало такой, типа, братан, тормози, харе. Какая ты чё, столько голды, куда тебе? Куда тебе, брат? 10 тысяч свободки, нормально. 10 тысяч свободки. На дороге не валяются. Особенно не для залутанных аккаунтов, которые уже там... У которых много лет играют, конечно, у них там да. Так, 300... Ну, голду да. Ну вот мандаринки, мне кажется, могли бы как бы хотя бы чередовать. Там, может, с игрушками какие-нибудь. Ну, блин, реально, мандарин постоянно вот в центре экрана. Мандарин. Танкистов как будто на чебурашек учат. О, вот, кстати, мне на сотку понравился стиль вот этот. Не знаю, кому как, мне зашел. Реально красиво выглядит. На Е-сотого стилек. Бомбезный, кстати. Так, это третий стиль, если что. Это у нас третий стиль. Круто выглядит, на самом деле. Это третий стиль. 200 голдишки. Окей. Стили мы потом, если что, посмотрим. Сотка у нас все равно в ангаре есть. Так, 200... 7,5 тысяч свободки. Блин, свободки нормально сыпет. А реально.
Мы стили все забрали или нет? А где? А, подожди, стили. Так, мы забрали раз, два, три. Еще один стиль, получается, должен быть. По идее. По идее, должен быть еще один стиль. Так, два тунчика. На вазика еще стиль у меня его получился. На этого мы забрали. А, на бабаху еще. Вот, еще два стиля. На рогу мы забрали. И на 277 забрали. Получается, еще должен быть на вазика. На бабаху. На вазика, на бабаху. А, и все. Все. Три стиля мы забрали, два еще осталось. Это из новых. Из новых стилей. И по этапу получается у нас... Мы только два танчика достали. У нас еще четыре танка. Это чтобы первый этап только закрыть. Господи, с этапами, конечно, это полная жизнь. Но я говорил, что сотки коробок не хватит. Ну, как бы... Тут это прям надо максимально фартило. Тут минимум, мне кажется, надо 200. Это чтобы просто закрыть хотя бы этапы. Это как минимум. Что пришло? Ладно, поехали дальше. Так, 500 голдишки, 150 тысяч кредитов. О, наконец-то не мандарин. Господи, наконец-то не мандарин. Какое-то украшение, слава богу. Так, у нас 19 до гаранта. Так, 300. 18 до гаранта, 52. Ну, как бы одну мы, одного, один мы еще достаем. Ну, походу, не более. Походу, не более. Плюс еще с легендарки, считай, нам выпало. 10 тысяч свободки. Нормально. семь коробок, закрыл два этапа. Братан, ну у меня 104 коробки, и я сомневаюсь, что я, конечно, два этапа закрою, но это максимальный фар должен быть. Это прям жирно, мне кажется, будет чересчур. Вряд ли, ну как бы... Мне кажется, вряд ли. Мы... Вот еще. Сейчас посмотрим, что это. Это не по гаранту. Мне интересно, что выпадет. Просто у меня ни с первого, ни со второго этапа ни одного тунчика нету, если что, в ангаре. Блин, ну анимация просто супер. Не знаю, мне очень нравится, как они сделали в этом году вот эту анимацию. Ну, реально красиво выглядит. Блин, ну легендарка, ну бро, ну не хочу. Блин, ну если только что-нибудь топовое туда вывалится. Ну легендарка, 500 голды, день премия. Ну окей. Ну танчик хотелось бы на самом деле. Ну нафиг мне эта легендарка, блин, ну серьезно. Ладно, короче, давай откроем. Хрен с ним, сразу ее будем открывать. Чего нам выпадает? Облегченка. Блин, ну не самый лучший вариант на самом деле. Ну хрен с ним. На самом деле не самый лучший вариант. Так, 47... А, подожди. 47 карабасов у нас. 14. У меня тоже ни одного не было. А, ну. Я тебя поздравляю, значит. Красава, блин. Максимально респект тебе. Повезло, фартануло. Это круто, нормально. 500 тысяч кредитов, нормально. Серый, я, блин, как бы не зажравшийся, знаешь. Мне что выпадет, я и этому рад. Мне там супер гонки, там за каким-то супер мега танком я не гонюсь, честно. Так, у нас еще один тунчик должен выпасть, по идее. Долго, у нас осталось 11. Легендарка ж не считается за, про, за этот. О, давай, брат. Давай. Только не легендарный контейнер, я не хочу. Я не хочу, брат, пожалуйста. Хочется почаще эту анимацию видеть. Реально хочется почаще вот эту анимацию видеть. Так, этот нам не выпадет. А что нам выпадет? Ну-ну-ну. Блин, вот этот, кстати, неплохой танчик, по-моему. А, нет, это не тот. СТРВК, не знаю. Будет танк? Хитрый дед, привет. Да, вот он, СТРВК. 300 голдишки еще. Это что у нас? Это у нас танк тяжелый, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Броня, конечно, у него так себе, на самом деле. А это у нас девятка? Ну, окей. Ну, ладно, катнем, что посмотрим. Я рад и этому танку. Я не знаю. СТРВК отметить как основное. Хотя вот смотрел там типы тоже. Ой, да это говно, да это говно, да там танк говно, да там... Ну, это уже такое, братан. Ну, когда у тебя как бы ангар пустой, у тебя ресурсов не так много, знаешь, да, для меня... Вот смотри, у меня 46 карабасов, да, мы, у нас осталось. У меня было свободки 1000 что-то там. Ну, то есть, вообще, я же качаю ветки сейчас ЛТХ французских. Свободки не было. 70 тысяч свободки, это уже хорошо. По серии у меня примерно уже выскочило... 16, больше 2 миллионов где-то, 2, ну почти 3 ляма. Голды, 20 тысяч голды. Ну как бы, не знаю, много-немного, ну как бы у нас еще 43 карабасика, что покрутим, нам куда торопиться. Хотелось бы, конечно, хотя бы первый этап закрыть, и фиг с ним. У тебя нет контейнеров? Ну блин, блин, жалко, конечно, этот сбросился, то есть до гаранта... Мы уже можем не дотянуть, если только не фартанет. Дед, ты не поверишь, первый год, когда я только вот танки скачал на ПК, когда я только их запустил, я первый год как раз был БЗ-176 в Карабасах. Это вот первый Новый год. Я еще тогда типа вообще не знал, буду я в танки катать или нет. Просто я установил, и это вот как раз новогодние каникулы были. Если бы я знал, что БЗ будет такая имба, я бы тогда коробки эти купил. Но, блин, я тогда просто думаю, да, хер с ним, новогоднее наступление, что-нибудь покатал там. И все, и, короче, просто танки бросил, и все. А потом, блин, я такой думаю, ёпарасете, как раз в этот же Новый год у меня был, получается, я мог себе зафармить БЗ-176, прикинь? Вот такой вот, вот такая вот фигня. Так, 250 тысяч. Ну, хоть серый поднакидает, алё. Да, в принципе, ее сейчас как бы подфармить можно хорошенько. Так, братец, давай. Я уже нервничать начинаю, бля. Серьезно. Ну, только не легендарный контейнер, ну, пожалуйста, давай. Только танчик. Хотя, может, лучше в данной ситуации легендарный. Там такие танки остались. Так. А, вот, кстати, это новый танчик. Объект 168H. Это типа лиса, я понял. Это новый танчик. Круто. Спасибо, спасибо. 200, окей. Смотрим в ангаре. Так, это вот он у нас. Отмечаем его как основной. Это у нас средний танк. Блин, ну он типа должен быть неплохой. Ну, погоняем как минимум. Ну, обычный советский танк. Минус 7,5 у него. Минус 7,5, блин. Это, конечно, жестко, блин. Так, ладно. Поехали дальше. 39 коробочек у нас осталось. Из первого этапа у нас еще остался Т-54 Heavy и Портотипа 6. Два танка с первого этапа нам еще осталось забрать, чтобы перейти на второй. Это, конечно, вероятность маленькая, но вдруг фартанет, не знаю, посмотрим. Это же рандомная тема. Так, 200. Пенсию принесли после Нового года. А, так вроде должны до Нового года давать, не разу. Я как бы не особо в этом специалист, ну, разве не? Не до. Крылатая ладья, 200-250. Окей. Осталось совсем чуть-чуть, до гаранта мы не дотянем, скорее всего. Ну, мы потом, может, его уже попозже заберем. Чисто голдой, если коробки покупать. Там, по-моему, по будним дням можно по 5 карабасов, а по выходным 10. Это если за голду покупать. Пошли какие-то украшения непонятные, которые нам нафиг не нужны. Так, еще ждем. Все будет нормально. Да, конечно, дед, надо верить в лучшее. Худшее само придет. Блин. Чем больше вот эта заставочка... Блин, только не легендарный. Хотя... Может, лучше легендарный. Я говорю, сейчас такие танки там пооставались, ну типа. Так, это у нас есть. Спасибо. Это нам не надо. Тайп. Ну, тайп, окей. Ну, как бы я на нем ни разу не катал, но говорят, танк говно. Ничего сказать не могу. 300 голды.
Говорят, что танк не очень. Так, Т-54 Хеубой. Отмечаем. Так, смотрим, что у нас тут получается по этапу. У нас остался с первого этапа прототипа 6 только. И все. Это получается 2, 3, 4, 5 танков мы уже залутали с первого этапа. Плюс у нас еще 2 танка с легендарок. То есть уже, как бы, ребятки, это уже неплохо на самом деле. 6 и плюс 2. Уже 8 танков получается, да? Нихера себе. Нихера себе, ребят. Хочется, конечно, последний тунчик забрать с этого. Вот реально. Но мы не дотянем до гаранта. Мы до гаранта не дотянем, если что. То есть, только верить в то, что выпадет до гаранта. Портотипа у нас только остался. Хотелось бы, конечно, что-нибудь залутать со второго, но... Не знаю, вряд ли. Не, очень мало карабаса уже осталось. 7,5 свободки сюда. У меня есть 1200 голды. Да это маловато где-то, по-моему. Я, кстати, не знаю, почем они, серьезно. Так, резервы. Блин, ну 200 голды маловато, как бы, да? Ну, типа резервы, окей. Верма, здорово, братюнь. Привет, привет, привет. Ты чуть-чуть поопоздал, мы уже почти заканчиваем, на самом деле. Уже осталось из 104 27 карабасов. Еще 2 танка выйдут? Не знаю. Не хочу загадывать, я не люблю загадывать. Увидим, увидим. Еще тунчис. Так, давай портотипа, брат. Портотипа, чтобы мы первый этап закрыли, и все, я уже доволен буду. Глядишь, потом фартанет, мы со второго этапа что-нибудь подзалутаем из-за новенького. Хотя во втором танк, во втором этапе там все танки кайфовые, на самом деле. Там все хорошие танки. А в смысле, а что? Легендарка? А, вот он, все, фу, я думал, это вот этот, отвечаю. Портотипа 6, все, ребят, мы первый этап закрыли. Супер, бля, я даже не мог, я даже не ожидал, реально. Мы первый этап закрыли, прикиньте. 104 карабаса. С 9-й коробки портотип выпал. Блин, братан, ну у меня уже, кстати, дофига повыпадало. Потом, не хочу сейчас даже смотреть, потом посмотрим. Так, получается, братцы и сестры, мы закрыли первый этап. Офигеть, просто это жесть. 2, 4, 6 танков, плюс еще 2 с легендарка у нас выпало. Это просто топчик. Теперь пошел третий этап, ну тут как бы, что выпадет, то выпадет. На самом деле, я буду рад любому из этих танков, кроме Су-122Б. Вот, а так любой. Вот Немесис я бы хотел, это вот прям... БЗ-ху 74-ю, это вот тоже. Ну и вот, ну и, короче, все, блядь. Я бы из этого все забрал, реально. Они все крутые, ребята, они все крутые, реально. Я сегодня посмотрел просто... H3 тоже, да, крутой аппарат, да. Так, 200 голдишки, окей. 25 карабасов, ребят, 25. До гаранта не дотянем, уже 100%. Тут уже только на удачу, на подкрутку рассчитываем, блядь. Ну, поиграть уже есть на чем. Уже поиграть есть на чем. Дирижабль. 7,5... Слышь, свободку так-то, ребят, кидает нехило. Ну, на самом деле. 200 голды. Давай, братец, еще что-нибудь. И как бы я уже, конечно, борзею максимально, на самом деле. Я... Это уже круто, на самом деле. Это то, что мне выпало, это уже максимально круто, на самом деле. Я вот просто... Я уже вижу, как чел пишет комментарий. Сука, я взял там 120 коробок там или 150. Мне выпало 2 танка по гаранту там. Просто я уже вижу, как он строчит, как вы это пиксельное говно донатите туда. Ребят, у каждого свое. Кто хочет... Это я говорю для того, потому что я буду видос делать. Если что, чат, имейте в виду. Это я для видоса. Это я просто тому, кто будет писать. Ребят, каждый как хочет, вы понимаете. Кто-то удочки покупает за 200 тысяч и там машину заряжает 500 000. А кто-то в танчики. Кому по кайфу, тот тем и занимается. Я считаю, каждый должен получать удовольствие от того, что ему кайфово. Согласны? Я думаю, да. Так, 150. Что-то я затрындился. Что-то поймал какой-то этот. Умника словил, короче, сижу тут на умнике. Так, мандаринов насыпало, боже мой. Сейчас будем нарыжать. Владимир, во, привет, 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 брат. Здорово, здорово, здорово. Ты под конец уже зашел, 17 карабасов осталось, братан.
Ты уже под конец. Но мы уже первый этап закрыли, если что. Стиль на бабах. У меня, кстати, ее нету, ее надо выкачивать. Все стили есть, все танки есть, кроме бабахи. Я еще не, до нее я еще не добрался. Но стиль, кстати, ничего, имбовенький. Блин, согласись, они даже анимацию сделали прикольную от самого стиля. Единственное, мне кажется, вот если бы они сделали камеру чуть подальше, а не чтобы вот так вот его, блядь, в упоре смотрел, то было бы намного круче. Стиль на ФВ. Ну, ФВ-ху надо качать. Кайфуешь от коробок? Честно, максимально. Вообще прям кайф. Братан, я еще, знаешь, от чего кайфую? То, что я... Вот... Вы просто... Вы ж видите только стрим. Вы ж не видите, что до стрима происходит. Пацаны, я полтора часа пытался включить YouTube. Реально. Я вот... У меня вчера все работало. Я сегодня прихожу с работы. Такой, все, счастливый. Карабасы вчера купил по скидке. Все нормально. Такой, короче... Включаю YouTube, а у меня опять загрузка идет, все, ничего не грузится, я ни в творческую студию зайти не могу, ничего. Я думаю, капец, как, что, куда, я уже реально настраивал, я уже и в Ростелеком звонил, уже что только не делал, я вам говорю, реально, движняка столько было. В итоге кое-как на видос там какой-то наткнулся, поставил другое расширение, потому что старое уже, оказывается, не работает, я фиг знает, ну вот так вот запустил. Глянул твои бои в контакте. Да, я глянул. Ты же мне ВК скидывал. Я смотрел, Вов. Да, нормальные бои. У тебя, кстати... Вот, блин, отключимся чуть-чуть от темы. А что у тебя за ПК? Что там, блин, у тебя FPS там 30-40. Это капец. Это что, ноут или что это такое? 15 карабаса. Верим в чудо, ребят. Верим в чудо. 15 карабасов осталось. Нам, конечно, насыпало уже. Вот так, реально. Но все же. Но все же. 13 осталось. Сюда. Капец, что-то у меня столько информации. Рот не затыкается, реально. Так, 35 до гаранта, то есть это где-то у нас... Так, 400. Блин, на голды, кстати, тоже подфармил нормально. 10 карабасов. Ну, мне кажется, уже так сыпать не будет, потому что, ну, алло, ну, как бы, ребят, ну... 6 танков, с первый этап мы закрыли со 100 карабасов. Ну, как бы совесть-то тоже надо иметь, да? Согласны? Ну, как бы да, я с тобой согласен по поводу Ютуба. Ну, братан, на Ютубе очень большая аудитория, ты понимаешь? Все начинают с Ютуба, даже те, кто стримят на Твиче, они выкладывают видосы на Ютуб. Потому что на Ютубе, блин, до хрена народу живет, ну живет, блин. До хрена народу, понимаешь, на Ютубе. Так, 6 карабасов осталось. Еще тунчик, давай, это уже, брат, третий этап. Ой, второй этап, давай, что-нибудь интересненькое. Только не сушку, пожалуйста, не надо сушку, что-нибудь другое, что-нибудь повкуснее. Сейчас будет танк. Ну, надеюсь. Главное, чтобы не легендарка. Так, этот мимо прошел. Понятно. Хотя можно было бы его. Блин, ну, сука, он меня слышит, что ли? Блять, он меня слышит реально. Я сказал, только не сушку, только не ее. Сучка, блин. Ну, не надо сушку было, блин. Ладно. Кто-то за нее миллионы вывалил, реально. Это ж у нас с конструкторского бюро. Кто-то за нее реально вывалил миллионы ресурсов, голды, всего, там, свободки, просто чертежи. Вот согласитесь. Вот я ее достал с коробок. По идее, я считаю, это как бы, ну, нечестно, наверное, как-то, да? Я ее просто с коробок, а кто-то кучу ресурсов валил. Ну, хотя, у кого ресурсы были, те их и валивали, да? Мы-то с вами люди простые, откуда у нас столько ресурсов? Но танк же, да, это понятно, что ну танк же. Да ладно, может он не такая уж она и плохая. Это ж я на нем-то не катал. Это я с мнения людей, которые там стримеры у нас, которые рассказывают, какой-то он хороший, какой плохой. Так, осталось три коробочки. Три. Мы уже даже с третьего, со второго этапа даже сушку забрали. Ну блин, вот что-нибудь бы из этого еще одно вывалить. Но это не, ребят, это уже жир. Это жир. Ну, это жир. Куда? Это жир. Реально. Ну, куда уже? Там еще за голду 5 коробочек можно купить, конечно. Скорее всего, мы это и сделаем.
И последний карабасик. Это со 104 коробок. Так, все, да? Да, карабасы у нас закончили. Давай мандарины все залутаем сразу. А, тут еще и расходки всякие. А, нифига, слушай, даже не знал. И 600 мандарас. Сюда, окей. Так, что у нас за голду? Там 5 штук, да, можно взять? Ну, давай сегодня возьмем. Где у нас за голда? Так, а, тут по одной штуке. Так, давай подведем итог. Кратенький. Пусть будет сушка, как в памятник Ангаре. Ну, пускай будет, ну, пускай будет. Это, получается, небольшие итоги подведем. Свободки 133 тысячи, я вам так скажу. Где-то вот, ну 132. У меня 1300 было или 1400. 132 тысячи свободки со 104 коробок. По серии у меня было или 14, подожди. Где-то 1 300 000, где-то вот так. 3,5 ляма где-то. По голде у меня было 4000 голды, 3900 что-то там. То есть 30, больше 30 тысяч голды. Ну, в принципе, неплохо. Давай еще докупим. Это я просто к тому, что голду сейчас я потрачу. 5 карабасов куплю, это 2750 голды. Так. А, продолжить покупку. Да не, харе. Все, я ж уже больше не могу. Все, да. Да, спасибо, не надо. Сейчас еще 5 коробок открываем и поедем смотри, и пойдем посмотрим, что у нас по танкам. Подведем итоги по танкам, там, так сказать. 45 до гаранта. Так, 300. Мы уже вернули голды, кстати. Сейчас бы 2500 голды, это как раз мы вернули бы все, что было, да? 500 голды, это уже 800. Кстати, мы нормально еще и отбили. Чуть-чуть. Столько тратить на кол... А что, сколько я потратил? Я не супер много потратил. Брат, ну я в том году потратил тоже в ровно. Я купил 100 коробок. На рогу стиль. Бля, я думал, я его достал, честно. Это последний стиль. Все, я все стили забрал. Это последний. Ну, блин. Не знаю, типа, на рогу стиль. 200 голды еще мы отбили. Получается, мы больше 1000 отбили уже. Ну, где-то 1200 я в минусе, да, по идее? По голде, я имею в виду. И сейчас танк такой. Бам! Ага, сейчас, бля. Ладно, все, получается. 104 и 5. 109 карабасов. 109 карабасов мы открыли. Закрыли полностью первый этап весь. Со второго этапа сушка выпала. Хотя бы лучше нам выпал бы БЗ, конечно. Ну, может быть, я его еще потом, если что, за голду купим. Ребят, ну это хороший показатель, я считаю. Ну, лично для меня, я считаю, это офигенный показатель. 6 танков первого этапа закрыли, 1 танк со второго этапа. Плюс, теперь смотрим. Вот это все мне выпало с коробок. Легендарка была Т-44 облегченка. Легендарка была ЦСК Лис. Плюс еще 2 танка. То есть 2, 4, 6, 8, 9 танков. Не знаю, решать вам, насколько это выгодно, невыгодно. Как бы я купил, получается, 104 коробки. Я считаю, это невыгодно. Плюс ресурсы 133 тысячи свободки. 21 лям. Ну, где-то получается ляма 3,5 серы. И 30 тысяч голды. Вот как-то так. Я не знаю, мне кажется, довольно-таки неплохо получилось. А что у нас магазин? Вы как думаете? Я думаю, неплохо получилось. Так сказать, Новый год удался, да?